И что ты смотришь? Хуй на Бро, залупа, залупа передо мной, нахуй. Все, блядь, очкаешь, усики, блядь, нахуй у него такие. Что ты слышал, очкаешь, а что там, блядь, в Польше, нахуй, барберов нету? Не-а, не? У вас? Или вы бедолаги, нахуй, блядь, последний хуй без соли доедаете, украинский, нахуй, нахуй, свой. А у вас что там, Васек, блядь? У меня все охуительно. Да я бачу, ты, сука, блядь, разжирел, блядь, вафля, блядь. Да, да, а шо робити? Санкции, блядь, так действуют на нас. Санкции. Мы уже, блядь, икру красную, блядь, с это, с хлеба красный, убираем, блядь, и только хлеб, блядь, с маслом хаваем. Ты хоть знаешь, что... Слышь, а шо у вас, блядь, подожди, подожди. А шо у вас, блядь, там показывают, говорят, то, что это, масла у нас нету. Вы там вообще, нахуй, кукухой ебу, тронулись, блядь. Блядь. Я шо тебе, блядь, масло, да я звид... Ки знаю, что ты, ты не, блядь. Я звитки знаю. У вас, блядь. Там у вас это, юнион, орудует. Гроши, за что они получают? Сука, блядь, за то, чтобы тебя, блядь, показывали, блядь. А что, меня показывают по юнион, да? Да, да. Да ладно. Юнион. По юниону, блядь. И по юниону, блядь. Да, про масло показывают. Рассказать. Да, можешь сейчас рассказать. А ты что там, масло, петух юнионский? Б**. А, нет, нет, порабочай ты, кугут. Про кугут. Ты, подожди, кугут, ну, это что? Ты, блядь, голова, давай рассказывай, где ты ешь, что ты, б**? Да что? Что ты пьешь, б**? На болотах выживаю. На болотах на выживаю, да. Я понял. А что, а ты? Валенки есть? Як там? Валенки да нема. Хуёво. А за хуёво нас валенки? Санкции, хуй, блядь, сука, ввели, блядь, валенки не привозите. Але ты за**бись по-украински ще бачишь, блядь. Так а шо тобі не подобається? Ні, то за**бись. Ви ж балакали два роки назад, що треба вивчати. Ми вивчаємо, блядь. А ви все не йдете і не йдете, блядь. Лиш територію, блядь, теряєте, блядь. Єбать, нахуй, це саме, блядь. Блядь, я знав, що хохли, блядь. Вот эти, блядь. Там, блядь, везде нахуют. Зараз прийдемо, блядь. Арестович, смотрю, блядь. Утром просыпаюсь, смотрю, думаю, что там Арестович скажет. Он говорит, две недели. А я уже... Думаю, блядь, так чекай, то что ты меня перебиваешь? Эй, слышишь, хлопчику, почекай. Думаю, для каких він... Це все, блядь, показує, блядь. Подумай, для нас, українців, блядь, справжніх українців. Па-па! Для справжніх Васильок, українців, блядь. Васильок в очках, блядь. Фа-па, так, блядь. Я справжній українець, ти що? Я зараз тобі паспорт, блядь, свій покажу. Я ж з України, блядь. Мене він показує. Я такой, дивлюсь, він такой, дві неділі, блядь. Я вже календарик собі купив, блядь. Думаю, все, блядь, красним... Пометил. Да, значит, через да, две значит недели захожу опять. Арестович, опять две недели. Б**. Я а-а-а такой думаю, да ебаный в рот. Б**. Ну, хуй с ним, еще две недели почекаем. А-а-а. Короче, а это он считал две недели, что пока он с**ся, б**, с Украины. Вот, как с**ся с Украины, перестал говорить две недели. Ага, блядь. Он... А я думаю, для кого він цю всю хуйню розказує? Для нас, справжніх українців. Хто його, б**? Дивиться, а це так, для нас, кар, блядь. Я їбу, блядь. Справжніх українців показую. Ну, о, та що ще, ще що можеш сказати мені? Все, що хочеш, тобі що, скажу. Побратим, от, ти ж побратим мій, ти ж з України. Ні, ні. Чому ні? Та тому, що ти москаль. Та ти з України, я з України. Ну, да. Ми побратими. Ні, ти москаль, ти москаль. Так, а, хорошо. А Москва, Московія, звідки взялась? З України. З якого с**? Ну, правильно. Тобто помойки, з какого-то, з какой-то помойки, з України. Все правильно, вещаєш. От видиш, була помойка. Нічого хорошого не могли зробити, от як Москву красивую. От. А Україна так і осталась помойкою. І все, і тут красота закончилась. Ні. Там я ще був у Краснодарі, в Воронежі. О, Нижний Новгород. А в Чите? В Чите? Чите не был. В Уфе был. А? В Уфе был.
Уфія, і що там? Бомба? Дуже гарно. Дуже гарно. Тобі сподобалось? Секс. Пассивний? Не знаю, как там у вас, у украинцев, это самое, это вы там только можете. А, ты еще и в Польшу, блядь, ты что, из этих, блядь, же поблудов, Не, что ли? не, я не в Польщі, я не в Польщі. А ты звідки? З України. А, ты там это, вы что там? Долбитесь друг другу, Да. да? А, ебать это Москалей. самое. А так, так а где вы там, москали? Я тобі не скажу, ну ти догадуйся. Так а где? Так я бы и Там. рад догадаться, а где? Я был у Курске, бо вы же сказали, что вы там в Курске что-то робите. Я думаю, поїду, побратимов побачу. І Поїхав, що? нема. Когуті, пооставались от вас, нахуй, и все. Потом думаю, що робите? Думаю, поїду в этот Нью-Йорк. Нью-Йорк ж це ваше. А приїхало нема нікого. Ай, та хуй ти де був? Що ти, вішаєш, та ж ти, Чому? блядь, лох, блядь. Ну, бо ти Та лох, що ти блядь. мені розповідаєш, це саме? Був я. Ну. Ще був Та де где? ти там був, блядь? Когда був у Бахмуті, тогда ваш це вообще даже не пахло там. Ти десь там в якомусь, блядь, Мухосранську, блядь, хіба був, Так блядь, а при все. чому, що здесь Мухосранск? Ну. Ну, бо, блядь, потому що, блядь, Так у ну нас нахуй ти. это, бля, прикинь это, подожди, у меня есть, бля, у вас есть украинский блогер, знаешь, этот Андрей Луганский, блядь, от корней волос нахуй до пяток украинский, бля, знаешь, мне шутка его понравилась, сейчас я тебе ее покажу, чтобы не говорил, что я пиздобол, о. А почему русский газ и русскую нефть из Украины выпускают за границу, а украинцев нет? А ну, шутка актуальная, да, согласись? Русский газ, блядь, выпускает с Украины, а украинцев нет. А мене випускають. Да куда тебя выпускают? Та куди хочеш, блядь. А что, ты больной какой-то? Да. А что у тебя, без ног, что ли? Да. А, ну поэтому тебя и выпускают. Видишь, хочешь выехать из Украины, блядь, чикай ноги, блядь, и все. Ну а хуй, блядь. А хочеш виїхати з Мухосранська, хоч ноги чикай, хоч що хоч, хуй виїдеш, блядь. В смысле, сажусь в машину, еду куда угодно. В яку ти, блядь, машину без ног сядеш, блядь? Так, а есть инвалидки же. А зачем мне без ног, блядь? Это ты без ног, блядь. У меня-то ножки его вот есть. Ай, Васек, Ну, согласись, шутка актуальная, да? не, то ты Газ шутка. выпускают, блядь, Ну скільки тобі років, блядь, що ти смієшся з цієї хуйні, хохлов нет. Так а шо, вы ж сами, блядь, смеетесь? Ну, ваш же. блядь? Скільки тобі років? Так а шо, какая разница возраст? Та, блядь, велика, якщо ти цієї хуйні, блядь, смієшся, блядь. Тобі скільки? Так а чо 12, вы не 13. смеяться, вы же этого хотели. Вы же добивались этого. Чого? Ну, вот что есть у вас. Вы же воевали, А що воюете є? за А это. що є у нас? Ну, вы же за это воюете. За що? Ну, за вот эту свободу, как там у Щоб вас ти называется. сміявся з якоїсь хуєти, блядь. За свободу вы же воюете, что ты? Ой, блядь, ти, сука, тяжкий, блядь. Ось сьогодні, блядь, давай трохи роздупляй свою будку Так а вже, що блядь. вы за свободу ж воюете? Я ж... Що, нельзя смеяться с этого, чи що? Ні. А, грех с убогих смеяться, да? Я тобі запрещаю вообще сміятися, Вася, блядь. А, да ладно, а или раб может запрещать? Все, тільки улыбаться, блядь. А чё раб І то может так, за... на одну Как раб сторону может только. запрещать? Такого, на одну сторону. Добрый, добрый, я Посміявся і все. на одну сейчас буду смеяться, сейчас научусь только. Вот. А как раб может запрещать, Тренируйся. можешь сказать? Тренируйся. А, все, тренироваться. Сейчас прям Да. начинать? Вот прям сейчас. Ну, блядь, я коли? Не, нахуй, завтра, блядь. Ах, я думал завтра, блядь. Та ти думав. Якби ти, блядь, думав, ти Короче, давно две би, сука, недели, две пішов, недели. блядь. Как Арестович говорил, две Да, недели да, почекаю, все. да, Через две недели да. встретимся. Я тобі говорю, тренируйся, блядь.
Тренируюсь? Ну, так давай, б***ь. Так уже скажу, тренируюсь, б***ь. А, подожди, да, б***ь, ты да. Же раб, нахуй. Как ты, б***ь, ты, нахуй, это раздухарился, пуха на себя накидал, б***ь. Кого? Пуха на себя накидал, б***ь. Вылез там где-то с трущоб, б***ь. Я там приказываю, б***ь. Ты, б***ь, выйди с Украины хотя бы, чтобы приказывать. А нахуя выходить? Ну, так приедь ко мне, чтобы приказать. Куда, блядь? Мухосранстве, блядь, на чём вы, нахуй? Да приедь в мой мухосранск, блядь. А что, у вас дорогу, машин нема? Сука, ни хуя, блядь, нема, блядь. У нас-то есть. А, вам хуя, у вас нету? Откуда? Вы не можете выехать, потому откуда, что нету. Откуда, с одного края России куда в другой я? Край России, по идеальной дороге, блядь. Да, в каком ты там краю хоть расскажи? С любого края. С любого ты края. Ты в каком краю? Ты в каком краю? В дальнем. В каком? В Анале, да, до Киева, кстати, у нас хорошая дорога. Можешь вот так ехать, если с Киева нормально доедешь. Сука, что ты липишь, б***ь? Ну ты откуда, Вася? Так я же говорю, киевское направление. До Киева вот как раз до меня идеально доедешь. Идеальная дорога, б***ь. Двухполосочка. Скільки тобі років, что ты такую хуйню мелешь, б***ь? Какую хуйню? То, что у нас хорошие дороги? То, что ты, б***ь, на киевском направлении, б***ь. Ну, киевское направление. Ебанько. Я выезжаю, вот через километр у меня киевская трасса. Я поворачиваю, ну, я поворачиваю через километр. Я поворачиваю, куда ты